Всем привет. Короче, поехали мы для Славика планшет покупать. Как для дочки я проспорил. Не проспорил, а пообещал, что она будет хорошо заканчивать школу. То есть и ноут. Сейчас вот в Москве, там парнишка у меня уехал. Телефонами, которые занимаются, он пообещал подобрать на Qualcomm'е. На Qualcomm'е, получается, на процессоре. Так, и сейчас Славке едем покупать новый планшет. У него iPad Air. А там памяти у него маловато, то ли 32, то ли, помню, сколько, или 16, сколько у него там? 16 гигабайт. Плюс он садится очень быстро, то есть все равно, как бы, Apple техника такая ненадежная. И вот. Самое проблематичное, что туда что-то закачать сверх этого. Тяжело. Очень сложно, вот, да. А тут мы решили, сейчас мы возьмем Lenovo Yoga 3, что ли, или 4, как он там, Tab Plus, который большой вот этот. Там большой 2К экран на 9000... Tab 3, да, на 9000 с копейками, там около 10000 миллиампер аккумулятор большой, емкостный такой. У нас первоначально, железный, да, было, чтобы да, аккумулятор железный, подольше. Его на стенку можно вешать, такой, как бы, именно, ну, хороший, как бы, планшет. У нас в Перми только две штуки было, один CityLink, да, получается, а второй вот... CityLink не было в наличии. Не было, надо было ждать, да, и да. Вот один был в Технопойнте, или ты что, это ДНС, или что это вот мере? Технопойнт едем. На шоссе космонавтов получается. Но есть еще в ДНС, у них там подороже получается. Да? Ну, на 1500 где-то уходит. Да. Вот, поэтому сейчас едем забирать, вам покажем, ребенок будет счастливый. Да, видите, легко на флешку закачал, там мультиков различных закинул туда, плюс, ну, и памяти изначально уже побольше. Там 32 уже памяти. Да, и аккумулятор огромный, то есть, сами понимаете, из планшетов мы больше аккумулятор не нашли, получается, это из планшетников самый большой аккумулятор. И дисплей 2К тоже в планшетниках мы другого такого мощнее это не видим. А, плюс еще 4 динамика уже там установлены. Да, мы посмотрели более новые модели. Она удешевлена уже по 4, производству. Да. Как бы там 4 тап идет. Он пластиковый полностью. Если этот железный, то этот пластиковый. Тут на Tab 3 плюс экран Full HD, там экран HD. Ну, удешевили модель очень сильно. Она и дешевле, это практически порядком там 1020, она 15. Не на 20. Ну, сколько там? 10, она 14 тысяч стоит, а мы сейчас покупаем, получается, 26 с копейками, 27. Я 14 не видела, видела 17. 14 я сейчас смотрел. Да? Да. Вот, поэтому, ребят, смотрите, какая разница, да, как удешевили, то есть мы хотим все-таки взять качественный продукт, а мы берем еще с LTE, то есть, соответственно, чтобы там симка стояла. Все, вот сейчас едем, буквально 5-10 минут, снимем, как заходим, то есть покажем, дома распакуем, реакцию Славки увидите, заснимем, как он радуется. Ему главное, чтобы хватало надолго, потому что он играет в игру в Roblox, у него там 200 с лишним друзей, или сколько? Roblox, да. Ну, вот, он с основания вот этой игры, как она только вышла, вот он играет все с маленького возраста, там с 3 лет, наверное, он играет все в эту игру. И вот у него столько друзей, и получается, там он на iPad максимум час может поиграть. А, плюс еще самое главное условие, кто разбирается вообще в планшетах, в телефонах и тому подобное, берем планшет именно на Qualcomm, на процессоре. То есть другие процессоры слабоватенькие, по них нет оптимизации и тому подобное. На Qualcomm все-таки все работает отлично. И этот, как бы, по крайней мере, ну, такой прям бодренький процессор там стоит, игровой. Оплатили этот, получается, планшет, а оказывается, на нем еще какая-то акция там была. То есть поэтому ценник такой. Сейчас ждем, когда нам принесут и покажем, соответственно. Так, вот здесь выглядит наш таксомат. Ребята, пишитесь, у вас в городе такие же ДНСы, все однотипные. У нас в какой ДНС не заходи, у них получается единый стиль. Акция-то. Вы можете выгодно приобрести сим-карту мою на MindGame, Popcom. Все, принесли вот батоники, ребят. Тихонько. Ага, спасибо вам огромное. Пишитесь. Пакет? Да нет, спасибо. Так вот, ребята, он выглядит. Тоники, да, вообще получается? Тоники прикольный. Спасибо огромное вам, до свидания. Спасибо. Так, сейчас мы пойдем еще самокат Славки посмотрим. Рядышком получается здесь этот, как он называется, АВТ Спорт. Маришка, давайте откройте, поухаживайте. Сейчас мы в АВТ Спорт зайдем, посмотрим вам самокат. Мы смотренько присмотрели за 2300, там такой хорошенький. Так это тоже АВТ Спорт. Так вот, я и говорю, мы сейчас за Каменской смотрели, сейчас здесь посмотрим. У меня волосы растрепались. Вообще тоненький прям. Вот, ребята, самокаты, вот эти вот с музыкой мы смотрели. Пахнет очень сильно резиной здесь. 1900. Можно такое за 1900 взять? Пускай гоняется. Колеса, посмотри, нормальные? Да, они тут просто тоненькие. Там колеса потолще были.
Вон они всякие складные есть. Такие самокаты есть. Такие самокаты есть. И получается велосипеды. Сколько он стоит? У них вот так красная цена какая-то есть. Но это совсем уж какие-то плохие, такие стрёмненькие. Там-то с ручкой поднимающиеся. Тут вот такой вот механизм зажимающий. Конечно, мне не нравится вот этот вот пластик. Но все же... Мы не такой смотрели. Мы не такой смотрели, да. Но я вот пока у них не вижу здесь ничего больше такого. А, вон самокат Мариша. Смотри, с сиденьями есть. Самокаты сиденья. Такой Маришка, пальчика покажи, какой ему. Вот видите, у него колеса пошире. То есть не такие, как там тоненькие. И плюс у него так, сзади два колеса такие толстенькие. Да, они оба все колеса светятся. Здесь вот мишка какой-то сверху. Противоударные а поднимается ручки. Как он? Ручки противоударные покажи. На защелку уже ручки поднимаются. Там защелки. Угу. И все как бы это такое, какая-то расцветка такая модная. Какие-то черепа. Ну, понятно. Вроде это в Закамск, ребята, мы в ОВТ приехали, спорт. Мы специально приехали в Закамск, до Кучаева. Ну, такой, ничего ж не такой. Прикольный. Колеса большие. Ему очень понравится. Ну, цена сразу 2300. То есть, те 1900. А слушай, цена-то в 400 рублей, да, получается разница? С каким? Ну, с тем, с тоненькими колесами, которые мы смотрели до этого. Где? Вот они здесь. Вот. Вот, вот такие вот. 1900, да. Ну, тот-то все-таки помассивнее, колеса помассивнее, побольше, mm-hmm. как бы, и изначально он уже красивее. Брызговик, он такой железный уже сделан. Ну, вот нажимать тормоз. Mm-hmm. Он и брызговик на него нажимаешь, и все. Прикольно. Сейчас мужчина сказал, что узнает. Ага. Маришка, видите, как одета? Главное, говорит, мне удобно. Мужчина любезно помог, получается. Достать, классно. Ребята. Спасибо вам огромное. Тебе что-то надо будет? Нет, все, нам вот на подарок только коробочка такая с ручкой сразу, удобно. Ага. Классно. Увесистый, тяжеленький. Сейчас Маришка рассчитается, да пойдем. Хороший самокат, хороший. Сразу взяли шлем. Покажи. Там с козыречком такой, чтобы видно было. Именно с дороги могли увидать ребенка. И вот такой вот самокат. Большой, классный. Так что мы сегодня закупились планшет, самокат, все для Славки. Осталось только, вот мне из Москвы позвонили, должны привезти Насте, получается, телефон на Qualcomm, вот этот, Note 8. И, соответственно, покажем, как это все дело выглядит. То есть, получается, а вот Спорт, да, а разные товары, да, в магазинах? Не разные, но здесь выбор у них больше как-то. По самокату? Для магазина, да, меньше. Ну, в принципе, вот так вот это все Славки сегодня везем. Ребят, смотрите, какое у нас лето, посмотрите, как у нас деревья гнет лето. Это как к теплу деревья так гнет. Погоды у нас вообще нет. Сегодня у нас 12-13 градусов, вся неделя дожди обещают. Ну, колитесь, кому погода-то пришла? Кто забрал наши два дня было тепло, но и то относительно тепло, там 20 градусов был и ветер, да. Ну, хотя бы было без дождей солнечно. Кто украл наше лето? Признавайте себя. У нас вот по ощущениям, как будто бы осень. Сейчас у меня друг, сейчас с другом разговаривал, прислал мне фотографии. Купил Kia Sorento, это вот Костя у меня друг, который у меня сидел в машине. Костя, привет, поздравляю тебя. Довольный, как танк. До этого хотел, который покупать, я говорил, этот Cherokee. Ну, в итоге вот он купил новый Kia Sorento. Так что вот нравится, говорит, ему. Большой тяжелый кубик, класс. Ты прямо это, и ухо зачесалось, и все задевалось. Да, ребят, вообще, вот я, смотри, посмотри, вот ты просто покажи. Да я показываю. И гнет просто вообще. Мы сейчас поедем через Каму, через мост по Каме. Да, кстати, ребята, у нас сейчас КамГЭС, кто не был в Перми, сейчас увидите, какой КамГЭС, вот-вот спускает. Вот, покажи просто, что там творится, ужас. Дождь, ветер и вот вода бурлящая. Сейчас мы поедем по мосту, виднее будет, рыбаков, наверное. Сейчас они разбежались, это обычно вообще сидит очень куча много рыбаков. Вот машина по правой стороне, это все рыбаки сидят, но греются на остановке тоже рыбаки. Вот, смотрите. Там рыбаков. Закрытая, более теплая остановка. Да, и там тоже где-то он бегает вроде. Ох, это все время, ребята, очередь такая. Ой, ужас. Да что рассевался-то весь? Что-то они тут ремонтируют под этим краном, дамбу эту.
так все это. Я когда сюда первый раз приехал маленький, меня дядька провел по этому КМГСу пешком, и когда там спускают воду, сам этот мост, он трясется прям вообще. Ну, когда на машине едешь, не чувствуешь, ну, так. Как бы страшно мне было, мне так был поражен, думаю, нифига себе, Пермь как бы, такой вот город завораживает, вот смотрите, какая такая длина большая этого КМГСа. Великие волны, вообще просто волны. Вот здесь, кстати, ну как ты здесь сегодня не так, иногда бывает покажу, прямо. Вот там вот шлюзы. Ну они тоже вставят. Закрытые. Да, ну вот видно сейчас. Хорошо, когда ярко свет, когда это, потому что там пространства большие. Если все эти шлюзы открыть, ребята, Пермь уйдет под воду. Видите, какой объем воды? Вон, покажи, вон. Нет, вон, не успела я. Видно, какой объем воды спускается. Вон, он прямо аж через щели все там идет. Ой, какие там это, вот такой объем. Здесь у нас когда-то была ситуация в 90-х годах, мы сейчас будем проезжать шлюзы, где эти, как они, ходят баржи и тому подобное, то есть где спускается вода с высоты вот такой, на такую низину, потому что там, мы сейчас, где-то кама выше, вот с левой стороны кама где-то по окна, вот так. Ну, сейчас вот мы будем проезжать, да, и будет. Вы увидите, да. А здесь вот кама ниже получается. И за счет этого вот получается там в нескольких этапах корабли вот эти все, которые ходят, вот они опускаются. И в 90-х годах пьяная команда эти на барже не успели вовремя то ли затормозить, то ли что, пробили один шлюз, и была эвакуация пол Перми. Пытались эвакуировать. Я вот, честно говоря, не помню, хотя родилась в Перми, я не помню, что у нас была эвакуация. Ну, вот это вот, вот эти микрорайоны, вот эти, которые нижние, там сразу же эвакуировали их. Потому что возможность потопления была вот этого там. Видите, какая насыпь, да, там за все. Ней получается кама. Да, а там вот ниже, вот покажи, как, насколько она ниже, там ниже вот там. Вот, это большая разница, то есть здесь прорвет вот одну только и все, хана, блин. Вот Пермь ниже, покажи, насколько Пермь ниже уровня. Вот Пермь, ребята, вот видите, прямо, то есть, и вот с левой стороны, вот покажи кама уже. Вот, видите? Бассейн, кама. А вот Пермь. Зеркала из-за зеркала, да. Стекла. Вот всем. Пермь, считайте. Если, не дай бог, что произойдет, тут много уйдет под воду. Не дай бог, конечно. Поэтому они за этим следят. Вот шлюзы, покажи, как, где вот как раз эти баржи. Тут одна вот недостроенная, она где-то и стояла. То есть не достроенная, а закрытая. То есть ее так не стали ремонтировать. Видите, какие там переборки. Вот так все ниже. Они там уплывают к себе. Кама. Здесь еще поезда проходят. Да, здесь Маринка любила раньше купаться. Там, да, вот пляжик есть небольшой, вот там вдали. КМГС называется пляж. Да, вот они там любили там загорать, зачем-то купаться. Ходили, глазки строили молодым парням. Пока папа работал в Калово. Где ты работал? Тебя еще не было. Че ты гонишь? Ты как бы уже живя со мной, уже вот там, это... Там с МЧС какой-то подкатывал, блин, смотрит нас, привет. О. Так что я-то все помню. Мы не здесь купались. А где? Ну-ка открой тайну мужу. Я-то думал, что здесь. То есть я опять многого не знаю. Охренеть, ребята, сколько тайн я не знаю, лучше не знать. Ух. Слава. Сюда иди. Как ты считаешь, что это? Шлем. Для чего? Для самоката. Для головы. Для головы. А здесь что? Ну-ка, распечатывай. Там друзья. Сбоку вот здесь. Вау. Давай. Вау! За хороший садик. За послушный год. Давай, держи, доставай. Давай, двумя руками. Вау. Давай, снимай пленку. Сколько он стоит? Зачем тебе знать? Ой, это же подарок. О, круто, подарки я люблю. Конечно, подарки все любят. Даже я. И даже ты? Угу. Ну, хорошо, что ты любишь. Давай пакетик сразу сюда его. Давай, с колеса-то снимай. Давай вот сюда. Положим его в коробку, где он должен быть.
Так, давай посмотрим. Там какой-то фиксатор, наверное. А это пока подержишь? Угу. Думаешь, что это? Фиксатор? Откуда ты знал? Вот это. А то... Да, какие ты хитрые. Слушай, ты, получается, знаешь, что больше, чем я, да? Угу. Так, как-то он нажиматься, наверное, должен. Так, вот это что такое? Это вот штука, ну да, это так, слушай, что-то тут не так. Ну, что-то мы не спросили, как он открывается. Ну, наверное, да. Там инструкция есть. Ну, зачем вам, скажи, инструкция, да? Да. Конечно. Только лентяй смотрит. Да. Мы должны понять, вот тут мишка нарисован. Мишка. Давайте, да. Насте, дадим Слава планшет подержать. Я боюсь, да. Что ты его уронишь. Да, и что там в коробке, чего бояться-то? Так, ну-ка давай ключик посмотрим. Наверное, тут какой-то ключик этим должен. Скоро у тебя будет новый телефон. Так, что-то тут не так. Давай посмотрим, здесь не конструкция. Кто инструкцию-то читает? А ее здесь нет. Ключик есть. Да, мусор пока собери в этот. Коробку. Да, коробку. Так, с этой стороны подходит, с этой стороны. Так он и с обоих сторон подходит. Ключик не отсюда. Круто мы купили. А на коробке, может, что-нибудь написано, нарисовано? Ключик отсюда получается? Не-а. Да, он вот отсюда ключик. Так вот, вот шлем пока распечатай, малыш. Шлем? Да. Запросто. Запросто? Ну, давай. Так. Ого-го. Сложно. Ну, мужики разбираются. Без водки не разбираешься, не разобраться, хотя я не пью. Тут что-то совсем как-то. Так, здесь не так. Я же вас умыл. Здесь по-любому, но не будет так. Сложно. Сложно. Здесь тоже сложно. Да, тоже сложно, да? Что-то сегодня все сложно. Да. Так. О! Здесь еще что-то есть. То. Так, это мы нашли. Это что? Мы нашли. Это что? Что? Это защелка. Ну что? Оказалось проще все. Методом тыка, опять же, без инструкции. Так. Оказывается, вот эта штука просто поднимается и опускается. Опа! Так. Опа! Ну-ка, какую длину? Давай ставим. Ставь. Какая длина? Такая ручки или повыше? Повыше. На одну повыше или много может быть повыше? Много. Давай, сначала раскручим вот эту. Ну-ка, смотри так. Высоко, нет? Нет. Или еще выше? Может, пониже? Нет, выше. Выше, наверное, не надо. Все, давай-ка вот такое ставим. Выше нет, это так уже самая высокая. Так. Так. Вот так? Ну. Это будет вот так совсем? Не помню. Давай, сейчас я тебе вспомню. Так, здесь, во-первых, козырек есть. Да. Вот этот, чтобы солнышко тебе не светило, тут видишь, даже акула нарисована. Да. Да, то есть шлем от акулы. Безопасность, ребят, в первую очередь. Безопасность, в первую очередь. Так, ну-ка, давай. Так, сейчас мы подкрутим. Здесь получается регулировка есть. Это самая большая. И сейчас мы подкрутим самую маленькую. Слава, ты его покатай, смотри, у него светятся колесики. Где что? Светится? Да, когда быстро. Так, одеваем, получается. Так, шлем. Так, вот. Вот. И здесь мы потом подтянем, чтобы она была застежка, короче. Вот так вот, чтобы застежка. Я упаду? Он защитит тебя, не падать не надо. Вот, теперь посмотри в зеркало какое-то крутое. О! И да, его здесь тоже синий есть на самокате. Видишь, и здесь шлем такой синий. Угу. Вот, ну что? Вот так. Да. Что-то я не вижу, что они светятся. Вот, смотри. А-а-а. Видишь, как? И сзади даже. Поворачивать вот так вот. Руль, видишь, поворачивается? Да, я знаю. Ну-ка, верни руль. Вот, видишь, ты врезался? Нет. Садись. Вот это тормозилка. Окей. Давай, вот. И теперь руль. А надо тебе туда повернуть? Так вот берешь туда, поворачиваешь. Жук, стой, назад разворачиваемся вот в эту сторону. Жук, 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 давай. Все, тормоз нажал. Давай,
Давай вперед по коридору туда. Поворачивайся туда. Вот. О, давай назад, в другую сторону. Все, и катайся. Только аккуратно со шкафами. В зеркала не врезаясь. Давай прямо, по прямой. Можно выкинуть. Ключики достанем. Ему кулатура нам не нужна. В комнату поехал. Ну как, сам себе нравишься? Ну ладно. Катаемся только в шлеме, понятно? Пониже так, хочешь? Где? На кухне распечатаем. Йогу быстренько распечатаем. Посмотрим, что там внутри. Слава! Идешь планшет свой новый распечатывать? Да. Давай, он же новый совсем. Иди сюда быстро на стол, Вася. Это твой же. Настя потом свой будет распечатывать, ты свой. Как снять? Да просто выдерни, да и все. Да. Так, давай я эту пленочку так вот обрежу, а ты достанешь сам, хорошо? Садись за стол. Сиди, сиди. Так. Аккуратненько. Так, тут все в пломбах. Что ты дышишь? Переживаешь? А что? Мне хочется прокатиться, а я прокатиться охота? Угу. Прокатиться охота? Нет. Проглотить что-то? Да. Слюнки что-то? Угу. Ты изглатываешь? Угу. Да. Сейчас я отрежу пломбы. Видишь, они много? Да. Сейчас мы так вот раз, пломбу раз, пломба два. Так, и ты уже сам коробочку распечатывай свой планшет. Это, Настя, принеси айпад, его покажем, какой айпад был. Так, а что это там за ярким? Помоги, Саша. Давай, он сам поможет. Вау. Вау. Пальчик, там да. Лучший день моей жизни. Лучший день твоей жизни? Все у тебя, да, тут получается, смотри, покрасиво, как он все запечатано. Так. Правильно ли я сделал? Наверное, он был, надо было тянуть его в другую сторону, да? Что? Короче, а я уже сделал, что-то сделал, непонятно. Это. А, вот он как с этой стороны, получается, надо было по-другому тянуть. Пап, а. Это что? Так ты доставай, что-то там должно быть, наверное. Это. А, так он просто вот так вот, кишкинку. Смотри. Вот это да. Ну-ка, нет. Дай его iPad. Это вот его iPad. Грязный. Ну, вот такой же, да, получается, да? Экран даже больше. Вот экран, насколько больше получается у этого. Кнопки. Экран больше. И больше кнопок. Он поуже, да? Да. На пол, да, где-то на пол сантиметра уже, но в длину получается. Вот, если и больше кнопок. Вот насколько. Ну, много, и много. Это наклеечки просто. И больше кнопок. Наклеечки. Посмотри, какая фишка. Вау! Можно ставить вот так вот на стол. Да. Могут стоять. А вот это нет. А это нет, это мы быстро продадим, чтобы оно не мешалось. Давай включим. Посмотрим. Забрать очень много. Тут 9000 с копейкой, 9300. Lenovo. 10 тысяч практически. Это у меня первый. Настя тоже ноутбук Lenovo персональный. Плюс, видишь, какой? Android, первое включение. Вот да. Тут кнопочка, видишь, какая большая. Как первое включение. Так, давай быстренько пока выключаемся. Qualcomm Snapdragon сразу вылезло внизу. Так, на полкове. Так, здесь что-то у тебя? Тут это... Вот, ну, короче, мы его, получается, потом с тобой завтра сделаем. Сегодня я сейчас уже рецепт буду записывать. Сегодня ты еще со своим стареньким поиграешь? Окей. Окей? Мы это сделаем. Тут, слушай, под кожу так прикольно. Yeah. Железо, как кожа. Вот так, если можешь. Да, такая... Какой как бы увесистый по сравнению с iPad-ом-то. И держать удобно. А где дырочка-то, за которую весить можно? Да, вот это открываешь? Вот так открываешь, и вот за эту дырку вешаешь. Понятно. Все, тут 4 динамика, Dolby, такой звук мощный. Мы такие помятые, потому что мы сегодня спали вообще. Мы сегодня общались с Анной,
подписчица у нас с Англии. Анна, привет. Привет, мы знаем, что ты нас смотришь. Мы легли в 5 утра с Маринкой. Ну, дети нам так вот давали с переменными спать. То есть где-то до часу, да, удалось нам дня поспать. И ждала нас неудача. Я вчера Славке, который планшет купил, вот этот, да, который вы смотрели, я его утром настроил, вчера начал настраивать, ну, так это, слегка, это, сегодня до конца все настроил, отдал ребенку, он буквально там минут 20-30 поиграл, и все. И планшет стал перегружаться, перезагружаться, он просто не включается, он перезагружает, и все, систему. Мы позвонили. Брак какой-то попался. Да, мы позвонили, получается, в ДНС, да, вот это или Технопоинт, вот этот общий у них, который номер. Нам сказали, езжайте, везите, там вас уже ждут, управляющий с вами поговорит. Но такого планшета в магазине нет, можно будет купить только в ДНС. И в ДНС он дороже практически на сколько? На 2000. На 2000. Ну, 1500 или 2000, но он дороже там. Поэтому, говорит, сейчас съездите, постарайтесь этот вопрос урегулировать. Ну, как бы, вот как-то вот так вот это звучало. То есть мы им сразу сказали, что мы хотели поменять точно такой же планшет. Но деньги как бы, ну, возврат денег нам не нужен, нам нужен именно планшет. Mm-hmm. Что нам сказали, что у них в наличии нет, а у них получается сеть одна, но есть розничные магазины ДНС, где цены выше. И как вы, говорит, сможете урегулировать этот вопрос, это как бы ваша проблема. Ну да, вроде вот именно вот так это звучало. Ну поэтому мы сейчас посмотрим, если они нам будут впаривать тот, который стоит на 2 косаря дороже, точно такой же. То есть доплатой, если доплатой скажут. Мы, скорее всего, вернем денежку и сегодня закажем в Москве с лавки Samsung уже. ТАП-3. Не ТАП-3, S3, который вот этот новый. Конечно, там аккумулятор будет поменьше, потому что... И цена подороже. И цена подороже, потому что у этого практически 10 мА. 10 тысяч миллиампер аккумулятор, ну там 9,3 быть точным, если. А у Samsung получается всего 6 копеек или 7, что-то такое, ребят. В общем, как бы, ну, значительно разница. Саша сказал, что от Lenovo он ожидал большего. Ну, потому что у Насти ноутбук Lenovo. Но у Насти ноутбук стоил больше 100 тысяч. Да, ну, он шикарен. А здесь, конечно... Ну, как бы мы там поменяли... Чего? Оперативную память? Твердотельный диск мы поставили. Ну, потому что ноутбук стоит больше 100 тысяч, а в нем был жесткий диск. Соответственно, операционная система, когда устанавливалась, она все работала помедленнее, чем на твердотельном. Мы воткнули твердотельный диск скоростной, вуаля, ноутбук стал еще быстрее работать. Ну, как бы, он вот такой игровой ноутбук именно. И рассчитывали, что раз ноутбук очень хорошо, больше года, да, ему получается. Да, он просто уже... идеально, как бы, вообще, вопросов к нему нету. Да. Мы решили Славику планшет этой же фирмы взять. Ну, именно еще, знаете, какие там были условия, то, что вот ножка вот эта вот удобна очень, он играет на нем, ставит его, кушает, когда, ну, вообще удобно, в общем, такая вещь хорошая. И то, что это аккумулятор очень. IPS-матрица получается, там 2К уже расширение такая, достаточно сочная, классная, то есть такая натуральная цвета. То есть, ну, вообще он классный планшет, ну, блин, железный, все, стекло, ну, блин, что-то он сзади лежит. Нам не повезло. Ты Наськин телефон едем продавать, там человек уже стоит, ждет нас возле этого же ДНС или Технопоинт, как он там, я их путаю все время. Там человек позвонил, Наськин телефон сейчас будет покупать. Так что оставайтесь с нами, увидите, какая ситуация поменяет, нам не поменяет, решится эта ситуация, у нас нет. Приключение очередное. Его никто не прошивал, он просто отказывается работать, включаться, вот так идет все. В принципе, как дома. Все то же самое, ребят. Опять вредный фастфуд. Опять вредный фастфуд, ребят. С грибная, с перцем и мясная в маленьке. Чаечку решили взять. Короче, решили мы, наверное, будем брать это. Samsung планшет, который TAP 3, ой, это S3, который последний. Там процессор Snapdragon последний стоит, поколение. Да, он дорогой, ребята, в пределах 40, но зато уже взял на несколько лет. Аккумулятор, конечно, послабже. Но Lenovo мы больше брать не хотим. Не хотим, да? Ноутбуки дорогие, да. Планшет вроде тоже дорогой, ну говно. Сначала молодой человек не хотел его менять. У него как-то даже получилось его завести, этот планшет. Он, давайте, говорит, скинем его в заводские настройки, посмотрим. Скинули в заводские настройки, и все, он больше не завелся. После этого нам поменяли. В специальном магазине Samsung купить. Потому что разница в 200 рублей, а в магазинах там ждать надо. Ну, сейчас зайдем, посмотрим. Тут вообще жопа, мы. Витринный вариант и с LTE. Мы подумали, нахер он нужен. Как зашли, так и вышли. Поэтому пойдем сейчас продукты питания купим маленько.